пять девочек и один мальчик. Жительница Страсбурга родила шестерых детей. Малыши появились на свет на сроки 24 недель и 6 дней. Как отмечают зарубежные издания, многоплодная беременность наступила после стимуляции яичников. Известно, что у роженицы уже есть двое старших детей. Нынешние роды были стремительными. Женщина почувствовала недомогание. Чтобы спасти малышей, врачи приняли решение провести кесарево сечение. В операционной в тот момент работала команда почти из 30 врачей и медсестер. Все шестеро крох родились в интервале с 9.04 до 9.08. Вес малышей составил от 630 до 730 граммов. Девочки и мальчик сейчас находятся в реанимации новорожденных, по мнению врачей, их состояние стабильное, но младенцам придется провести долгие месяцы в больнице. По данным французских изданий, последнее рождение шести младенцев, секступлетов, было зафиксировано в регионе 32 года назад. Это произошло в 1988 году в Нормандии. А жительница Польши поставила такой рекорд в Кракове в прошлом году, став мамой шести новорожденных. Рождение шестерни, по мнению врачей, крайне редкое событие, которое происходит в мире один раз на 4,7 миллиардов родов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.